Эксцентриссимо. Еще не успели забыться приключения российских депутатов в Антарктиде, а госдумовцы уже на другой полюс засобирались. Есть еще, оказывается, что попробовать в этой жизни. В Арктике собираются к 70-летию Победы устроить супер-мега-демонстрацию флагов. Огромные российские и десятки других, поменьше, от регионов, городов и социально ответственного бизнеса. А на российской арктической ледовой станции Барнео будет зажжена частичка вечного огня от вечного же огня на Поклонной горе. Цель командировки благородная, а путешествие какое увлекательное. Вековые паковые льды за бортом самолета или вертолета. На улице не холоднее минус 30, мотосани и собачьи упряжки. Мороз и солнце, VIP-компания в термобелье. Просто туристам такое путешествие совершить дороже Антарктиды станет 700 с лишним тысяч рублей. Правда, есть на что раскошелиться. Не забыли бы только от удовольствия наши депутаты-полярники про главную цель вояжа – патриотическую. Эксцентриссимо.